Вы знаете, я думаю, что это необходимо сделать на сегодняшний день. Я тоже свободолюбивый человек. Я не люблю, когда за мной подслушивают, подсматривают. Но я уверен, что это будет использоваться не для того, чтобы подсмотреть, с кем вы спите и где вы там прячете деньги у себя, там, в какой кубышке, а для того, чтобы, ну я так утрирую, да, а для того, чтобы ограничить вторжение третьих лиц в нашу страну. Потому что наша Россия – это огромный лакомый кусок на территории мировой карты, да, там. И, конечно, очень много кто лезет к нам. То есть там разрушают нашу культуру. Я уверен, что это не наше руководство делает, не нашей страны. Это вливаются бабки, деньги именно вот тех стран, которые заинтересованы в этом напрямую, то есть разрушить нашу государственность и уровень людей. В общем-то, я думаю, что как раз нужно это сделать, потому что есть что оберегать. Есть оберегать сознание нашего народа, которое, извините меня, никто не заинтересован из тех стран, которые там ненавидят нас за то, что у нас есть эта нефть, за то, что у нас есть газ, за то, что мы такая большая, огромная страна. И та страна, которая на сегодняшний день стремится встать на ноги, стать самодостаточной, конкурентоспособной державой с большой буквы. Мы идем к этому, я в это верю, во всяком случае. У меня есть вот этот дух патриотизма. И я считаю, что надо вводить эти санкции, потому что они же не дремлят там, спецслужбы. Они через этот интернет могут к нам запустить все, что хочешь. Сделать попы идолом совершенно там, ну там... У нас наша королева Людмила Зыкина должна быть, а не Мадонна. Вот я тоже, мне нравится, как Мадонна скачет, но для меня Зыкина — это королева. А для многих Зыкина никто, а Мадонна для них, понимаете? И так далее. И очень много таких моментов. Вот. И я просто к тому, что Мадонна выходит и говорит заявление любое, и наши слушают ее, понимаете? Хотя она, естественно, не наши с вами интересы представляет. А королева Англии вообще хотела сказать, что в России должно жить 50 миллионов человек, а все остальные, там, или там даже 10 что-то. Что-то я слышал такое, может, и... А, это не королева Англии, это Маргарет Тэтчер, я про нее слышал. Помните, да, вот эти высказывания? Я был в ужасе, я так, она мне так нравилась, как, ну, как красивая женщина, так, и такую сказать. Это моих дедов, бабок, моих родственников всех уничтожить, получается? И я что, за это должен сказать спасибо?